со вступлением в ЕАЭС судьба наших витратов намного облегчилась. Очень приятно слушать, я считаю, это заслуга, я не знаю, всех получается, потому что мы сколько раз собираемся, и всегда идет Денис, правительство, и агентство по миграции. Всегда это агентство миграции все время наверное, запинается куда-то. Постоянно они какие-то в пасмах. Мне кажется, что министр иностранных дел, ну и наши дипломаты тоже, добровольно, что ли, не знаю, или как-то из патриотизма обратились бы к президенту, чтобы вот эти многие задачи, которые ставит агентство по миграции, у нас есть очень сильные дипломаты, я вам скажу, вы понаслышке знаком, они многие вопросы могут дальше решать. Еще лучше улучшить положение наших мигрантов, которые сейчас называются, оказывается, трудящимися. Очень приятно, если раньше мигранты называются. Поэтому, ну, здорово получается, можно только поздравить, но дальше нужно, конечно, еще лучше сделать. Я думаю, что с такими экспертами, вот Широдил, просто он сделал. И почему Наталья Владимировна, Широдил, не может включать председателя мигранта? Спасибо. Можно я так посижу? Вот, поэтому видите, что специалисты есть. Вы смотрите, он все раскрыл. Спасибо, я вот так.